приветствую. Разбор интервью Дима Билан будет много частей, потому что мне очень он интересен, очень симпатичен, начиная от голоса и вообще отношения к жизни, таким ценностям, да. Вот сейчас хочу одним в начале прямо вот, я просто без подготовки все видео снимаю, естественно, всего сразу не вспомню. Вот Собчак для меня это демон. То есть она продала душу дьяволу, вот так. То есть там только про деньги уже, давно. Там нет вообще душевности никакой. А Билан для меня это вот ангел, это про душу. Вот, и почему, и я даже интервью немногие хочу разбирать, вот с ним действительно хочется. По Андрею Губину я тоже разбирала, ну там картами Таро и так немножко говорила. Кстати, хотелось бы вообще узнать, увидеть его, как хоть у него дела, как-то вот может кто-то знает, как там хотя бы со здоровьем. Так вот, Димочка, да, что хочу сказать, у него не пропала вот еще эта душевность. Он и говорит, даже Яну он выбрал по душе. То есть вот Собчак, это вот я даже, я не хочу, конечно, уже вообще это крутить, но она вообще просто не понимает, как можно не подумать о деньгах, а подумать о душе. То есть вот здесь у Димы идет все полностью совпало. Действительно предназначение. Потому что он выбрал своих вот именно родственных таких вот душ. Душу близнеца, не знаю, нашел, не нашел. Он не очень свою жизнь показывает. Там какая-то тоже что-то... Не знаю я, какая-то горечь, какая-то обида, что ли, в любви, что-то, в общем, там не совсем все гладко. Самое главное, что еще хочу сказать, что он продолжает помогать. Ну, я не знаю, там благотворительность, про это вроде не говорил, но может и да, как бы это, просто не хочет про это говорить. Помогать вот тому же самому мальчику, да, как бы, пусть там заплатили, неважно, но он вспомнил, понимаете, вот еще что самое главное. Собчак это нарциссиха. А Билан истеричка, ну вот как я тоже, у него такой склад, да. Часто бывает, что именно вот известные личности такие, так много сказать хочется, блин, так быстро говорить приходится, уже камеру бы нормальную, с нормальной памятью бы телефон. Она не понимает, что такое эмпатия, она не, свои чувства не понимает, это вот деньги ей вот эти нужны, вот эти события, вот это вот все, вот этот бомонд, вот так вот, знаете, чтобы вот хотя бы что-то чувствовать. Мужчин тоже она таких выбирает. А Дима, он вот именно раз истеричка у него получается, да, психотип, истерик, естественно, там все про чувства. И вот Собчак вообще не присуща эмпатия. А Диме, да, эмпатия присуща. Он даже, вот знаете, она его так перебивала и все опять на свой сценарий хотела, да, укатить. Но он как мягко, да, с ней разговаривал, объяснял. То есть он про эмоции, он всегда ставит себя на место того начинающего мальчика. Так вот я тоже себя ставлю на место начинающего блогера всегда, понимаете? Вот всегда надо чувствовать, что чувствует друг.